Пугачёва и Галкин купили дом на Кипре и получили гражданство. Примадонна и ее супруг совсем недавно оформили все необходимые документы. Теперь семья Аллы Пугачёвой и Максима Галкина может беспрепятственно путешествовать в более чем 167 стран мира и оставаться жить в нескольких государствах Евросоюза. Недавно Примадонна вместе с супругом посетили гостеприимный остров. Пара прилетела на Кипр не просто отдохнуть. После визита Алла Пугачёва и Максим Галкин официально являются гражданами этой страны. С ноября прошлого года процедура получения кипрских паспортов сильно упростилась. Чтобы стать подданным, достаточно было вложить в экономику государства от 2 миллионов евро вместо положенных ранее 5. Пугачёва и Галкин приобрели на Кипре дом на берегу моря, инвестировав в него положенные по программе деньги, то есть более 2 миллионов евро. 2 года назад звездная чета уже отдыхала на острове. Возможно, именно тогда супруги задумались о покупке. Сделка состоялась несколько месяцев назад, после чего Алла Борисовна при помощи своих консультантов подала все необходимые документы в Министерство финансов Кипра.